Сейчас я хочу продемонстрировать вам работу робота-манипулятора с использованием пишущего инструмента. Для этого мы сменили насадку вместо прибора захвата на пишущий инструмент. Для этого мы используем ранее установленную программку. Здесь мы задаем необходимую надпись, либо какой-то рисунок или узор. И запускаем пуск программы. Все, наш робот-манипулятор начинает выполнение написания текста. Здесь видно, как выполняется перемещение пишущего инструмента. Те буквы, которые уже написаны, выделяются зеленым цветом. Все, наш робот завершил свою работу.